Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дарья Еремина, это Арканум ТВ. Сегодня мы с вами поговорим про силу нашего рода. Какая она бывает и как включиться и получить эту силу себе. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему вам довелось родиться именно в вашем роду? На самом деле это можно объяснить, и представьте, что вы не только тело, не только личность, но и также у вас есть ваша духовная составляющая, ваша душа. И, конечно же, у вашей души есть определенные свои задачи, которые вы должны отработать на этой земле. И когда мы приходим в наш материальный мир, то мы попадаем именно в тот род, в который необходимо. Именно тот род, который будет соответствовать нам по нашим же задачам. У каждого рода есть свои задачи, которые он должен выполнить на этой земле. Пройти какие-то определенные уроки, что-то сделать для людей, например, да, что-то сделать внутри своего рода, что-то наработать, что-то понять. И точно так же наша душа, приходя в этот мир, должна закрыть какие-то свои задачи. И как только мы попадаем в нашу родовую систему, в наш род, мы попадаем по определенным программам и задачам, которые соответствуют что душе, что роду. Можно сказать, что мы договариваемся там наверху с нашими родителями, с нашими любимыми, с детьми, с нашими мужьями, женами, то, как мы будем проживать эту жизнь и то, какие разные события мы будем проживать. Теперь подумайте о том, что вы испытываете к своим близким. Очень часто мне задают вопрос, что: «Даша, вы знаете, у меня такая сложная судьба, у меня такие сложные отношения с родителями, наверное, мне не очень везет, и, наверное, я там что-то когда-то в каких-то других жизнях наделал, и поэтому сейчас у меня не все хорошо. А те, кто живут хорошо, прекрасно, в хороших семьях, значит, наверное, их душа чиста». Отнюдь это не так. На самом деле люди, которые со сложной судьбой, которые попадают в сложные семьи, в сложные взаимоотношения с родителями, это наоборот сильные души, которые могут прожить вот эти сложные сценарии, и не потеряв своего внутреннего света. И здесь нужно понять, что ваш род — это большая ваша сила. Если вы начнете правильно воспринимать свои жизненные уроки внутри вашей семьи. Мама, папа, разные какие-то ситуации, события, чувства, которые вы испытываете к своим родителям. Вы можете прямо сейчас, если вы испытываете к своей матери или к своему отцу какие-то претензии, обиды и боль, просто почувствовать это прямо сейчас, глядя в этот экран. Но в то же время сосредоточьтесь на своих внутренних ощущениях, которые есть внутри вас. Посмотрите на меня и представьте, что я ваша мать. Я ваша мать сейчас. И вспомните все обиды и претензии, которые у вас есть. Возможно, когда-то вам не хватило любви, ласки, внимания или чего-то еще. Либо вообще вам казалось, что мать относится к вам как-то несправедливо. Просто вспомните это прямо сейчас. И вот я ваша мать. Что вы чувствуете? Осознавайте это прямо сейчас. И я прошу у тебя прощения. Прости меня. Прости меня за то, что я не смогла, как твоя мать, дать тебе то, чего ты хотел. Прости меня за то, что, возможно, я не видела твоих чувств, не понимала тебя так, как тебе этого бы хотелось. Прости меня. Я очень тебя люблю, даже если тебе кажется, что это не так. Просто почувствуйте это сейчас. И теперь почувствуйте, что вы действительно из души прощаете свою мать. Просто хотя бы на эту минуту. Я понимаю, что некоторым из вас это будет сделать сложно. Но это нужно. Это нужно сделать для того, чтобы пойти дальше.
Просто попробуйте это сделать. И прямо сейчас представьте, что я ваш отец. Возможно, вы даже никогда его не видели в жизни. Но просто представьте это. Вспомните все свои чувства, все свои ощущения, которые были у вас в детстве. Обиды, претензии, непонимания. Просто чувствуйте, чувствуйте. Я ваш отец сейчас. Я прошу у тебя прощения, прости меня. Прости меня за то, что я не был таким, какой ты хотел. Я сожалею о том, что я не смог быть для тебя хорошим отцом. Я тебя люблю. Искренне и по-настоящему. Даже если ты в это не веришь. Просто почувствуй сейчас. Все наши проблемы начинаются с нашего детства. С того момента, когда мы удерживаем себя в прошлом, в тех обидах, в тех переживаниях, в тех страданиях, которые были когда-то тогда. Все мы с вами родом из детства, вы много раз слышали эту фразу, и это действительно так. И через множество лет мы тянем за собой обиды прошлого. Думая, что то, что наша жизнь не такая, какой бы нам хотелось, виноваты в этом наши родители. И до тех пор, пока вы так будете считать, это не изменится. И только тогда, когда вы сможете взять ответственность на себя, простить их, просто принять их, что они такие, какие есть. Вот они такие. И их не поменяешь уже. Вот они такие, какие есть. Со своими травмами, со своими сложностями, со своими претензиями, со своим каким-то непониманием. Нам с вами повезло больше. У нас есть множество возможностей увидеть это. Сходить к психологам, на тренинги, на семинары, на вебинары. И просто поработать с этим. Нам повезло больше. Мы с вами с другим совсем сознанием. Поэтому прямо сейчас я хочу, чтобы вы почувствовали в себе силу. Силу просто принять своих родителей и простить их за то, что они не дали вам того, чего вам хотелось. Понять то, что вы должны позволить себе быть с собой. И неважно, как с вами поступали мама, папа или кто-то еще. Поймите, что вы уникальное существо на этой земле. И у вас у всех есть своя собственная уникальная судьба, уникальные свои способности, своя уникальная сила. Просто почувствуйте это. И теперь закройте глаза. Закройте глаза. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте себя. Почувствуйте ту силу, которая бурлит внутри вас. Осознайте, что вы способны на многое. Что ваша душа настолько сильна, а сердце настолько глубоко, что вы прямо сейчас готовы принять своих родных, и маму, и отца. Потому что мы с вами состоим из их энергии, из энергии отца и матери. И теперь почувствуйте, что слева к вам подходит ваша мама и кладет вам руку на ваше плечо. А справа подходит ваш отец и кладет руку на правое плечо. И вы чувствуете их опору и поддержку, даже если вы никогда не чувствовали это в жизни. Сейчас вы это ощущаете и чувствуете. Чувствуете. И теперь почувствуйте, что за ними встают их родители. Ваши бабушки, дедушки по матери на линии, по линии отца. Просто чувствуйте. Чувствуйте, как ваше пространство заполняется. И теперь за вашими бабушками и дедушками также становятся их родители, ваши прабабушки и прадедушки.
а за ними еще и еще. И все ваше пространство заполняется вашими предками, словно огромный футбольный зал, и он весь заполнен вашими предками. И теперь изнутри почувствуйте на уровне сердца, как формируется шар любви, любви к своим предкам, к своему роду. Ведь вы продолжение всех своих предков, всех своих родственников. И через принятие отца и матери вы можете чувствовать их энергию. И теперь отправьте вот этот шар любви внутрь всем своим предкам. Почувствуйте, как вы отправляете им энергию любви, принятия, благодарности. И эта энергия начинает распространяться полностью по всем веткам. Все 7 поколений получают вашу любовь, принятие. И теперь почувствуйте, что каждый из них говорит вам «да». И волна этого слова из самой глубины рода огромной, огромной волной, огромной энергией начинает возвращаться к вам обратно. Словно огромный гул поднимается в этом пространстве. Просто почувствуйте, услышьте это. И почувствуйте, как вся эта энергия, вот это слово «да» от каждого вашего предка. Слушайте, как эта энергия начинает заполнять все ваше пространство. И вибрация этого слова становится такой громкой, что вы чувствуете резонансную волну по всему своему телу. И теперь почувствуйте, что эта энергия любви, принятия, благодарности, что вы обратили внимание на свой род, вот эта любовь и эта сила начинает возвращаться от всех ваших предков к вам. Чувствуйте. Чувствуйте, как она проникает во все ваши клетки. Словно кровь, бежащая по вашим жилам, вы ощущаете эту энергию, как она наполняет полностью все ваше тело. Ноги, руки, органы. Закручивается вокруг вас, вокруг вашего тела, вы это ощущаете. Чувствуете это соединение. И теперь представьте, что за вашей спиной образуются огромные крылья. Крылья энергии. Словно вы ангел, и за вашей спиной есть огромные-огромные крылья. Крылья вашего рода. И эти крылья могут помочь вам на пути вашей жизни. Когда вам тяжело, когда вам страшно, когда вам грустно, когда вам одиноко, вы можете внутри себя почувствовать эти крылья и обратиться к своему роду за помощью, за поддержкой, за благословением. И вы будете чувствовать, как эти крылья обнимают вас. И вы будете чувствовать, что вы никогда не были одиноки. И через принятие своих родителей, мамы и папы, вы можете открыть те энергии и ту силу, которая может оберегать вас и чувствовать ее в каждом своем дне. Когда вам страшно, эти крылья могут оберегать вас, и вы можете представлять, что вы закрываетесь этими крыльями, и вы будете действительно чувствовать, как будто бы вы под какой-то незримой защитой. Действительно, потому что самая лучшая защита — это родовая защита. И вас никогда никто не заденет ничем, ни словом, ни делом, ничем, ни энергетически даже. Чувствуете силу своих предков, ведь она течет в вашей крови. Обращайтесь к своим предкам и принимайте ее, дарованную вам по праву рождения. Любите себя, своих близких и всегда обращайтесь к своим предкам за помощью и поддержкой.